Несмотря на будний день, на главном автовокзале Ростова полным-полно народу. Такое впечатление, что в связи с повреждением Крымского моста все пришли сдавать билеты на это направление. Оказывается, нет. Просто лето, просто сезон каникул и отпусков. Очереди во все полтора десятка касс. Едут кто куда. Продажа билетов в Крым с утра приостановлена. Но относительно уже проданных ранее билетов, статус отмены рейсов днем понедельника не был введен. Если это случится, деньги за билеты можно будет вернуть в полном объеме. Паромная переправа в Краснодарском крае от порта Кавказ в Керчь и автодорога через новые территории со стороны Ростовской области – сегодня две альтернативы. По информации Минтранса Российской Федерации, утром понедельника было задействовано 5 паромов. Оперативный штаб Краснодарского края принял решение пропускать пассажиропоток с учетом конкретной ситуации. В первую очередь будут отправлять тех, кто ехал на рейсовых автобусах, то есть без личного автотранспорта. Туроператоры тоже думают, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Так, чтобы и не погорячиться с отменой выездов, и не подвести туристов. Доставить в рамках запланированного времени туда и обратно. Компании, организующие выезды выходного дня, признаются, что конкретно ближайший тур в Крым под риском отмены.